Ему что сделать вот так? Кто-то спрашивал колеса от любой бутылки, а от пива как всегда. Потом колесико вот тут по бокам приклеили. И тут там еще можно. Последние вот такие. Но я еще не доделал, я еще спойлер буду делать. Ну, короче, со своим другом создал такой фонаричек, который, он типа работает на проводах, он работает сам. Просто вмыкаешь розетку, он светится. Очень классно, очень ярко. И он такой, типа, я хочу попробовать сделать машинку. Например, Вова делает колеса, и у него, он маленький еще, у него руки вечно болят. И мы ему, например, помогаем там делать батарейку, либо делаем вот эти вот... колеса с этими, вставляем батарейку, либо скручиваем папир, ему помогаем.